Данное короткое видео посвящено доставке из Китая. Данная посылка пришла с Китая по заказу с сайтов 1688 и Taobao. В прошлом видео я показывал, как заказывать на данных сайтах. И сейчас хочу показать коротко, что пришло, в каком состоянии, как что упаковывалось. Как видите, упаковка обмотана желтым скотчем. Это характерно для всех посылок с Китая. Есть, естественно, как во всех доставках, замятые углы. Есть даже небольшое повреждение. Сейчас попробуем вскрыть коробочку и посмотрим, что там внутри. Сейчас так, необходимо будет проверить все на соответствие количеству товара, который я заказал. То есть, как мы видим, вот наша видеокарта 580-я. Упакована очень просто. У нее была и цена очень простая. Как видим, состояние неплохое. Текстолит вроде даже как новый. Ладно, проверим, соответствует ли она тем техническим характеристикам, которые указаны. Здесь несколько ТВ-приставок, которые я заказывал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть приставок. Так, одна коробочка помята прямо изрядно, ну ничего. Есть жесткий диск. Если не ошибаюсь, это терабайтник. Ну, упаковка, видите, совсем простенькая. Так, здесь у нас еще одна ТВ-приставка. Так, и в этой коробке у нас, сейчас посмотрим. То есть у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 с 4К Android. Приставок. Как видим, это SSD-шники. SSD-шники у нас на 128 гигов. Упакованы чуть получше. Внешних повреждений тоже нет. Также есть к ним крепежные болты, плюс отдельно были в коробке. Вот это у нас оперативная память в количестве 4 штуки. Жесткий диск, и сейчас еще проверим вот эту коробку. Данная посылка пришла примерно там, если не ошибаюсь, за 6-7 месяцев, за 6-7 недель. То есть, это у нас мышки, покрытие софтач. Данные мышки обошлись буквально там что-то рублей 100, что ли. Покрытие софтач, качество пластика довольно-таки неплохое. В Донесе иногда покупал мышки задороже и гораздо с худшим качеством. Плюс возможность зарядки, как видите, через мини-USB. Отличные мышки. Легкие, вон к ним еще и провод есть. Одну себе, одну необходимо было знакомому. Так, две мышки. Ну, второй провод либо отсутствует. Нет, вот второй провод тоже в наличии. В общем, все товары, которые я заказывал, все пришли, все целое. Упаковка довольно простенькая, есть небольшие повреждения. Если что-то особо хрупкое, наверное, они все-таки упаковывают более это надежно. Ну да, по видеокарте, конечно, упаковка была проще некуда. Просто положили в антистатической пленке. Ну и сама видеокарта, конечно, приобреталась гораздо-гораздо дешевле, чем... Она стоит на AliExpress и дешевле, чем даже на Авито. Ну, карта 100% будет не новая. И так видно по радиаторам, что окисленные медные радиаторы. Также по месту пайки. Ну, очень похоже, что на новый текстолит. Просто старый охлад. Скорее всего, старые чипы. Возможно, видеокарта после майнинга. Ну, посмотрим, работает, не работает. Стоимость у нее относительно невысокая была.
учитывая ее характеристики указанные. На этом видео заканчиваю. Чуть позже в следующем видео я покажу, за сколько что приобреталось, какая разница с AliExpress и есть ли вообще смысл приобретения с данных сайтов с учетом доставки и комиссий. На этом видео заканчиваю. Все, спасибо.